Мы начинаем с восхваления Аллаха, единственного Господа. Мы восхваляем Его, мы ищем у Него помощи и просим у Него, чтобы Он простил нас. Мы ищем у Аллаха прибежище от зла наших душ и от злых последствий наших дурных поступков. Того, кого Господь наставит на истинный путь, никто не собьет. И того, кого Господь сбил, никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что только лишь Аллах достоин поклонения и свидетельствует то, что Мухаммад – его посланник и раб. В первую очередь я бы хотел принести свои глубокие извинения за то, что я не могу говорить с вами на норвежском. Видимо, это очень красивый язык. Но английский ⁇ это предел моих знаний. Я уверен, что большинство из вас понимает английский язык намного лучше, чем сами англичане. И вы также говорите на нем лучше, чем большинство англичан. Иншаллах, я постараюсь сделать так, чтобы мои слова были понятными, настолько, насколько это возможно. Хорошо. Мои планы на сегодняшний день такие. Раз имам не смог составить их сегодня, я постараюсь соединить некоторые аспекты его выступления с тезисами моей главной темы, которую меня попросили вам рассказать. Тема моего выступления – существует ли Бог? Также его тема «Смысл жизни». Но я абсолютно уверен, что эти две темы в нашем случае, так как мы все мусульмане, очень хорошо сочетаются друг с другом. Итак, я бы хотел начать. Я бы хотел начать с того, что я задам вам несколько вопросов. Я буду так делать на протяжении всего вечера, чтобы быть уверенным, что вы не заснули и понимаете, о чем я говорю. Итак, мой первый вопрос является основой того, о чем мы будем с вами говорить в течение следующих двух дней? Я надеюсь, вы обнаружите, что сегодняшняя встреча и последующая во многом дополняют друг друга. И что темы, о которых я собираюсь поговорить завтра, являются продолжением тем, о которых я собираюсь поговорить сегодня. Я собираюсь обсудить вопрос о Боге. Кто такой Бог? Итак, я бы хотел поговорить о том, что такое религия. И мой первый вопрос вам будет такой. Кто такой Бог? Пожалуйста, может кто-нибудь из вас дать мне определение Бога? Кто такой Бог? Пожалуйста, пусть поднимут руки те, кто является студентами. О, Боже. Поднимите руки, студенты, поднимите руки. Хорошо. Хорошо, ну я не знаю, как это в Норвегии. Можно ли мне спрашивать у вас? Например, вот вы сидите в Норвегии, а учитель просто беседует с вами, когда вы сидите. Да? О, Господи. Я думал, у вас самая продвинутая система образования в мире. Возможно, она у вас продвинутая за счет того, что вы вернулись к старым методам образования. Но как бы то ни было, пожалуйста, я хотел бы услышать определение, кто такой Бог. Пожалуйста, начинайте. Может кто-нибудь отважится начать, кто такой Бог? Хорошо, Создатель. Бог – это Создатель. Тогда позвольте мне задать вам вопрос. Вы знаете, что греки верили в пантеон богов? Так же? Итак, верили ли они, что Аполлон был Создателем? Верили ли они, что Аполлон был Создателем? Или как насчет Афродиты? Верили ли они, что она была Создателем? Но ведь она в их понимании была богиней. Так же? И Аполлон был богом. То же самое и в индуизме. Верили ли люди, что Ганеш был создателем? Нет, но для индуистов он все еще бог. Да? Теперь вы поняли, что я имею в виду? Итак, я не прошу вас назвать какого-то бога. Я прошу дать полное определение бога. Кто такой бог? Да, пожалуйста. Хорошо, позвольте мне спросить вас. Давайте отнесем все это к Аполлону. Вы как мусульмане верите, что Аполлон существует? Вы не верите, что он абсолютно существует, пусть даже как какое-нибудь существо? Понятно. Я имел в виду, можете ли вы отнести критерии Бога к Аполлону? Ганешу, Кали или, ну, я не знаю, еще кому-нибудь? Да, пожалуйста. Хорошо, кто-то, кому ты поклоняешься. «Бог тот, кому ты поклоняешься». Это наводит на следующий вопрос. Зачем люди поклоняются богам? Зачем? Зачем люди поклоняются богам? Зачем люди поклоняются кому-либо или чему-либо? Да, да, сестра? Чтобы получить руководство? Что ж, хорошо. Кто еще ответит? А? Надежда. Хорошо, мне нравится это. Кто-нибудь еще? Да, сестра? Да, зачем вы? Нет, зачем люди поклоняются богам? Поклоняются вещам. Да. Хорошо. Отлично. Понятно. Да. Хорошо. Вы поклоняетесь. Но я спрашивал, вы поклоняетесь Создателю, выражая свою благодарность Ему. Это прекрасно. Но я пытаюсь получить более глубокий, более основательный ответ, чем эти. Итак, у нас есть боги или вещи, которым люди поклоняются. Зачем они им поклоняются? Кто-то сказал, что причина в надежде. Кто-то сказал, да? Хорошо, они ищут выгоду. У вас очень сложный английский. Я не уверен, кто-нибудь понял его слова. Хорошо, давайте все это объясним. На простом английском. На простом английском языке. Причина, по которой люди поклоняются богам, кроется в том, что они думают, что эти боги дадут им все то, чего они хотят и в чем они нуждаются. И во многих религиях существует много богов для различных целей. Например, если вы воины, как древние норвежцы, мы учили по истории, как викинги приплыли и напали на наши берега, в Англии. Они были очень суровыми. Викинги. Они как муджахиды. У нас у всех есть прошлое. Я забыл, о чем я говорил сейчас. Ах, да. В истории Норвегии, в истории Скандинавии, у вас есть Вальгалла. Также Вальгалла – это место, куда викинги отправляются, чтобы продолжить сражаться. Они так много сражались, что небо было местом, где они снова сражались и умирали. Рождались, сражались и умирали. В общем, суть в том, что у них было много богов. То есть был бог войны. Если вы хотите выиграть войну, вы молитесь Богу войны. Почему? Потому что вы верите, что этот Бог даст вам то, чего вы хотите. И у вас также есть Бог дождя, Бог солнца, Бог луны, Бог урожая, Бог плодовитости. Если вы хотите ребенка, вы молитесь этому Богу. Если вы хотите чего-то другого, вы молитесь другому Богу. Причина, по которой люди поклоняются этим Богам, заключается в том, что они верят, что поклоняясь им, они получают то, чего они хотят, то, в чем они нуждаются. И это боги. Давайте расширим эту концепцию. Возможно, будет несколько революционно думать так. Но я хочу расширить данное представление о богах. Я хочу расширить его с точки зрения того, что называют исламской философией. С точки зрения того, как ислам смотрит и оценивает вещи. Если ваш бог... Если ваш Бог, если Богу поклоняются, потому что люди верят в то, что Он даст им то, в чем они нуждаются, и то, чего они хотят, то с другой стороны получается, что любое, во что вы верите, что оно даст вам то, чего вы хотите, и то, в чем вы нуждаетесь, является вашим Богом. Любое, во что вы верите, что оно даст вам то, чего вы хотите, и то, в чем вы нуждаетесь, является вашим Богом. А что тогда такое религия? Религия – это система верований и набор ритуалов, которые связаны с поклонением тому Богу или тем Богам. Может, это правильно, может, неправильно, но я считаю, что таков смысл религии. Как я буду поклоняться этому отдельному Богу? Что ж, я сделаю такой-то обряд, принесу эту жертву, я произнесу эту молитву, я совершу этот танец. И совершая это, я обрадую Бога. И Бог даст мне, или Богиня даст мне то, чего я хочу. И в чем я нуждаюсь? <coughs> давайте расширим данное понятие. Давайте будем дальше расширять данную идею. И, следовательно, давайте подумаем о том, что сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, ⁇ Вейль ⁇ это означает горе, страдание. Вот что это значит. Горе поклоняющемуся динару и дирхаму. Горе поклоняющемуся динару и Диргаму, Горе тому, кто поклоняется динару и дирхаму. Динар и дирхам – это деньги во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Давайте переведем это. Горе тому, кто поклоняется доллару, фунту, йене, кроне. Горе поклоняющемуся деньгам. Я хочу задать вам вопрос. У меня нет денег. У кого-нибудь есть деньги? Пожалуйста, вы не могли бы мне их дать? Немного норвежских денег. Да, у меня было несколько, но я их потерял. Мне нужны банкноты. Кто эта дама тут? Я думаю, это плохо, но я вам покажу это. Итак, горе поклоняющемуся деньгам. Это означает, «О, Великая Крона, пожалуйста!» Данный хадис означает это, поклонение деньгам. Он означает это, он не означает это. Тот, кто поклоняется деньгам, поклоняющийся деньгам, это не значит, что человек молится деньгам в прямом смысле и поклоняется им. Нет, это означает горе тому, кто думает, что деньги дадут ему в жизни то, чего он хочет и то, в чем он нуждается. Ты доверился деньгам. Ты возложил на деньги все свои надежды. Ты положил на деньги свою веру. Ты думаешь, что деньги дадут тебе то, чего ты хочешь и то, в чем ты нуждаешься. И деньги сделают тебя счастливым по жизни. И ты поклоняешься деньгам. И деньги ⁇ это твой Бог. Да, следовательно, они также являются Богом. Они также являются идолом. Они а то, чему люди поклоняются. Почему? Потому что они возлагают на них свою веру. Они веряются деньгам. Они верят, что деньги дадут им то, чего они хотят, и дадут им то, в чем они нуждаются. Мы можем продолжать? Слава. Красота. Красивая одежда. Принадлежность к особому классу общества. Я происхожу сам из такого класса, как его принято называть. Я не знаю, есть ли в Норвегии классы, есть ли у вас высший класс, средний класс. Нет? У вас здесь бесклассовое общество? У вас есть все еще король или королева? Да, значит, у вас есть аристократия. В Соединенном Королевстве у нас до сих пор есть классы. Классовое разделение общества. Я происхожу из того, что вы называете крупной буржуазией. Верхушка среднего класса. Я посещал частную закрытую школу. И тут есть один момент. В английском языке частная школа обозначается таким словом, которое в других языках означает государственную школу. Yeah. Когда вы слышите, как кто-то говорит, я ходил в государственную школу, знайте, что в английском языке это значит, что он ходил в частную школу в Англии. В общем, я посвящал частную школу. Я воспитывался в семье, которая принадлежала верхушке среднего класса. Мой отец, и я расскажу вам о нем своей истории о том, как я стал мусульманином. Его послали в Египет, когда мне было десять лет. Там он получил работу. Моя школа представляла собой римско-католический монастырский пансион дома нас учили определенным манерам определенному этикету были очень строгие правила которым нам нужно было следовать в эти нормы входили правила принятия пищи правила распития напитков было много правил я бы хотел вспомнить один из больших ритуалов верхушки среднего класса буржуазии званый обед не знаю видели ли вы фильм титаник вы хорошие мусульмане, понятно. Я тоже его видел. Я не помню имена героев, когда Леонардо Ди Каприо сидел, когда он пришел туда, где бывают представители высшего класса, когда он увидел этот ряд ложек, помните? Ложки, вилки, ножи. Он сидит там, как бы думая, Боже, что мне делать со всем этим? А его спутница сказала, не беспокойся, просто начни с крайних приборов и иди к середине. И на самом деле так все и происходило. У нас были разные стаканы для разных напитков. Бокал для красного вина, бокал для белого вина, стакан для воды, стакан для ликера, разнообразные ножи, разнообразные ложки, разнообразные вилки. У каждого из них своя определенная функция, и вы должны знать все эти важные функции данных столовых приборов. Даже была специальная процедура намазывания масла на хлеб. Просто чтобы вы знали, я скажу вам, как намазывать масло на хлеб. Итак, правильный способ намазывания масла на хлеб, вы берете ваш ломтик хлеба и кладете его на край вашей тарелочки. Затем вы берете кусочек масла. Я не знаю, можете ли вы расслышать английский акцент. Вы берете кусочек масла. Это будет звучать как take a bit of butter. Вы же не хотите, чтобы я разговаривал так же? Вы берете кусочек масла, вы берете его специальным ножичком, который лежит рядом с масленкой. И вы мажете этот кусочек масла на край тарелки ножичком для масла, который бывает вместе с масленкой. Затем вы кладете этот ножичек обратно на масленку. Затем вы берете ваш личный ножичек для масла. И вы знаете, что это ножичек для масла, так как он самый маленький. Затем вы разламываете ваш ломтик хлеба на тарелке. Горе тому, кто ломает хлеб в воздухе над тарелкой. Нет, вы ломаете его на тарелке. Затем вы берете кусочек масла, своим ножичком для масла, и вы мажете масло. И те же самые люди, те же самые люди сидят за столом и говорят, «О, мы не настолько религиозны, не по-настоящему религиозны». А разве такое намазывание масла не является видом религиозного ритуала? является. Если вы подумаете, как все это связано с верой, если мы принадлежим, вы принадлежите к этому классу общества, и считаете, что это является дверью к счастью в жизни и успеху, все эти ритуалы связаны с верой. Итак, что я делаю? Я собираюсь разрушить в вашем сознании узкие параметры которые были построены для вас, вашим обществом. Я делаю нечто очень опасное. Так? На самом деле, хотите ли вы знать, почему люди думают, что мусульмане опасны? Это никак не связано с терроризмом. Это не связано с джихадом. Это не связано с этими явлениями. Это связано с тем, что в реальности ваше общество обучило вас определенной жизни в нем. Оно вас надрессировало, промыло вам мозги, чтобы вы думали определенным образом, реагировали определенным образом, чтобы вы вкладывали свою энергию, ваши умственные и физические способности в определенные цели, которые ваше общество определило для вас. И то опасное, что я делаю сегодня ночью, заключается в том, что я стараюсь вас увести от этого. Я вполне открыто говорю об этом. Я хочу, чтобы вы перенаправили свою энергию от этих целей на кое-что другое. Это не значит, что я хочу создать какое-то закрытое общество. Нет, я не хочу этого. Я просто верю, что есть цели, которые более достойны того, чтобы вы тратили на них свое время, энергию, чем цели, которые установило для вас общество. Потому что те цели, которые общество установило для нас, я не думаю, что Норвегия в корне отличается от Швеции, которая в свою очередь отличается от Англии, и все они вместе в корне отличаются от Соединенных Штатов Америки. Но у нас есть одно общее в этих странах. То, что называют Западом. Всех нас объединяет то, что у нас существует общество потребителей. Эти общества основаны на идее, идеологии. Пожалуйста, я хотел бы назвать их моим новым определением, которое я вам дал. Религии потребительства. И Бог, которому вы поклоняетесь, это Бог денег и материального успеха. Что говорит вам ваше общество? О том, что обладая деньгами, имея деньги, на которые можно купить товары, будучи материально процветающими, через все это, посредством этого, вы будете счастливы. И это определение успеха, которое дает вам это общество, это религия Запада. Это не иудаизм и христианство, это общество материалистов потребителей, которые ориентируются только на то, чтобы сделать вас и обучить вас быть производителями и потребителями в этом обществе. И в течение этих двух дней я буду опровергать эти идеи потребительского общества. Вы можете назвать это как хотите, какими хотите фразами. Вы можете назвать это идеологической войной, вы можете это назвать философским диспутом. Все зависит от того, насколько это важно для вас. К тому же я уверен, что многие из вас согласятся со многими из того, о чем я буду говорить. Вы, возможно, уже знаете, что то, что я говорю, это правда. И я говорю вам, что Бог материализма и потребительского общества ⁇ это ложный идол и ложная религия. Это ложный Бог и ложная религия и вам дали эту цель в вашей жизни. Вам была дана эта цель. И ваше общество, особенно СМИ, чьи интересы на самом деле контролируют СМИ? Скажите мне, это еще один вопрос вам, чтобы быть уверенным, что вы слушаете внимательно. Средства массовой информации, телевидение, журналы, газеты, журналы, которые вы читаете, телевидение, которое вы смотрите. Как они делают себе деньги? Как они зарабатывают свои деньги? Реклама. Реклама. За счет рекламы. Так же? Правда или нет? Хорошо. Что они рекламируют? Назовите мне некоторые продукты, которые рекламируются в газетах, журналах. машины, дома, имущество, одежда, косметика, напитки. Хорошо. Вы поняли, о чем я? После двух часов беседы со мной, вы уже не будете такими надрессированными вашим обществом. Итак, их интересы. Эти рекламодатели заинтересованы в том, чтобы вы покупали их продукцию. Если вы не будете покупать их продукцию, то у них будут проблемы. Это значит, что в основном СМИ обслуживают нужды рекламодателей. Следовательно, существует симбиозное отношение. Красивое английское слово ⁇ симбиозный. Вы поняли по моим жестам, что оно означает. Существует симбиозное отношение между рекламодателями людьми производящими эти продукты и СМИ. У них общие интересы. В общем, СМИ отражают интересы транснациональных компаний и большого бизнеса. Так что же они отражают? Очень важно, чтобы вы подумали об этом. Потому что я собираюсь задать вам другой вопрос. Не кажется ли вам, что каждый человек имеет свои понятия о том, что является хорошим, а что является плохим. Мы думаем, что вот это благо, а вот это зло. Мы думаем, что это нормальное поведение, а это неприемлемое поведение. Да? Правда? Каждый имеет свою концепцию насчет этого. Например, 80% норвежцев думают, что мусульманке непозволительно носить хиджаб, если она хочет работать полицейским в Норвегии. Я хочу задать вам вопрос. Где основа? Откуда вы взяли эти понятия? Откуда вы взяли эти знания? Что это разрешено, а это не разрешено? Это приемлемо, а это неприемлемо? Это правильная манера поведения, а это неправильное поведение? Откуда вы взяли информацию об этом? Я имею в виду, кто первый человек, который начал вас учить этим понятиям? Ваши родители. Затем вы пошли в школу. Затем школа начала вас учить. И ваши друзья, ваши сверстники, ваша компания сверстников, ваши друзья. Они влияют на то, как вы мыслите. И, конечно же, СМИ. Я думаю, очень важно знать. Кто пытается контролировать манеру вашего поведения и мышления? Кто контролирует ваше представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо? Еще один момент. Критерии того, что является хорошим, а что является плохим. Что является нормальным с моральной точки зрения, а что является аморальным, что является благом, а что является злом, постоянно меняются. Да? То, что не считалось хорошим 50 лет назад, сегодня стало нормальным. Почему? Что сделало его неподобающим в то время? и нормальным в наши дни? Я не дам вам ответ на это. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Это очень важно, потому что большинство людей не думают об этом. Все это возвращается к религии в ее самом широком смысле. В исламе мы говорим «дин». Я не думаю, что у нас есть точно такое же слово. Религия. Коран использует слово «дин» которое, как я думаю, вы можете перевести как «образ жизни». Так что у каждого есть дин. У каждого есть образ жизни. У каждого есть определенный набор стандартов, по которым они оценивают себя и оценивают других. Так, давайте теперь вернемся обратно к нашему обществу потребителей. Давайте вернемся к тому, что мы называем ложным идолом. Да, вы можете сказать, «Абдурахим, ну перестань, посмотри на наше общество, посмотри на богатство, мы счастливы». Посмотри, мы достигли успеха в материальном плане. Мы побороли так много болезней. Мы преодолели такую бедность. Мы живем удобно, счастливой жизнью, процветая. Продолжительность жизни у нас высока, как никогда до этого. Если тебе нужны доказательства нашего успеха, то они прямо здесь. Посмотри на них. И это будет правда. Отчасти я должен согласиться с этим. Я не из тех, кто критикует все из западного общества. Я абсолютно не такой. Есть достаточно много чего, чем можно восхищаться и что можно уважать. Но я тут рассматриваю ключевые аспекты. Я приношу свои извинения, я не знаю многого о Норвегии. Я много не знаю о жизни здесь. Я не знаю много о проблемах, которые имеются у вас здесь. Может быть, у вас вообще нет никаких проблем? Вполне возможно. Вы знаете, мы видим так много удивительного и хорошего у скандинавов. Но поверьте мне, в Англии, в Америке, я уверен, что вы это видите, есть достаточно много проблем. Очень много проблем. Итак, я хочу, чтобы вы подумали, что нам продает общество потребителей. Вам понятно? Десять минут. О okay. um, getting... oh, боже, а я только что разогнался на главную тему. Давайте посмотрим на некоторые рекламные ролики. Вы видели эти рекламные ролики Кока-Колы? Вы смотрите на рекламу Кока-Колы. Что у вас там? Вы видите молодых и красивых девушек. Должно быть это норвежки и шведки. Я уверен. И вы видите мальчиков, которые определенно выглядят очень красиво. Они пьют кока-колу, улыбаются, смеются, вода бьет ключом. Солнце светит, они такие загорелые. Не такие, как пакистанцы. А прекрасный, мягкий загар. И эти люди, вы видите, они не такие, как я стройны, хорошо сложены. Вы смотрите на это и говорите себе, «Слушай, я хочу быть таким. Я хочу это». И что вы делаете? Вы выходите на улицу и покупаете Кока-Колу. Можно мне спросить у вас? Позвольте мне задать вам вопрос. Кока-Кола делает вас стройным и молодым? Дает вам сияющие белые зубы? Так? Нет. Вон у того уже две бутылки Кока-Колы. Давайте посмотрим, кто ее пьет. Скажу еще, это для мусульман. Я не говорю, что Кока-Кола ⁇ это харам. Я просто хочу показать вам реальность. Вот тут. И какова же эта реальность? Какова эта реальность? В Америке ожирение. Ожирение ⁇ это очень большая проблема. Так же, как и в Великобритании, ожирение ⁇ это очень серьезная проблема среди молодежи. Настолько, что говорят, что впервые поколение детей умрет раньше своих родителей. Единственный главный источник, вызывающий это, это газированные напитки с большим количеством сахара. Оно влияет больше всех остальных причин. Также причинами является употребление пищи с большим количеством соли. Однако никто не думает о запрете данной рекламы. Вы знаете, что собой символизирует Кока-Кола? Кока-Кола является символом всего этого потребительского общества. Была такая поговорка «секс, наркотики и рок-н-ролл». Вот так оно и есть. Так и есть. Хотите фразу, которая полностью характеризует это общество? Секс, наркотики и рок-н-ролл. Так и есть. Вам не нужно верить в этого Бога, в этот рай, который придет в загробной жизни, который еще должна наступить, во все эти пустые мечты. Если вам нужно развлечение, вам нужно получить его прямо сейчас. Именно сейчас время ваших удовольствий. У нас в Англии есть атеисты. Они размещают рекламу на автобусах. Возможно, Бога нет. Поэтому наслаждайся своей жизнью. Начни прямо сейчас. И это так хорошо сочетается с материалистической религией, не правда ли? Это очень хорошо сочетается. Купи эту машину. Посмотрите, если вы посмотрите на рекламу, я уверен, вы увидите, что все ролики одинаковы. Что они вам продают? Они продают вам товар. Они перечисляют вам качество. У нашей машины такая-то производительность, такой-то двигатель. Они так иногда делают, но в большинстве случаев, что они вам продают? Они продают вам эмоции. Это эмоциональный призыв. Они хотят, чтобы вы купили, опираясь на чувства. Как я спросил сегодня одного брата, зачем ты купил Мерседес? Зачем тебе Мерседес? Я уверен, ты знаешь, почему у тебя Мерседес. Не потому, что Мерседес лучше, чем остальные машины, чем Тойота или любая другая. Тойота, возможно, более эффективна, возможно, более прочна. Возможно, она вырабатывает меньше газов. Если ты сделаешь контрольный тест машин, то увидишь, что она, возможно, более удобна. Но ты водишь Мерседес. Почему? Потому что он говорит о тебе что-то. Почему ты так думаешь? Почему этот образ, это представление вложили в твою голову? Тебе промыли мозги. Тебя обработали. И так происходит во всем. Вот в чем вы видите успех. Моя жизнь несчастна, мне нужен праздник. Давайте я сделаю шопинг. Шопинг-терапия. Так они это называют. Шопинг-терапия. А теперь у нас самый большой со времен великой депрессии и кризис. В чем его причина? В том, что люди слишком много тратят, влезают в еще большие долги. Что же они говорят нам делать? Выход из этого. Идите и тратьте больше. Это безумие. Мы к тому же не сказали о том, что происходит с нашей планетой. Мы забыли об этом. Я прошу прощения. Мы забыли о том, что загрязняет атмосферу, разрушает озоновый слой вызывает большие выбросы углерода. Мы произвели так много мусора, что даже не знаем, где его захоронить. Мы так много тратим, и мы до сих пор несчастны. Мы до сих пор потребляем больше, больше, больше и больше. Вопрос в том, делает ли это вас счастливыми? Делает ли это вас счастливыми? Вот в этом главный вопрос. Верно ли изречение, Богатство равно счастье. Верно ли оно на самом деле? Вот вопрос, который я вам задаю. Я же заявляю, нет. Подумайте об этом. Я прошу вас подумать еще кое о чем. Хорошо? Простите меня, мне нужно продолжить. Давайте немного займем от времени нашей молитвы. Все нормально, мы можем немного отложить ее. Помню, я смотрел документальный фильм о Великобритании. Он был о Рейвах. Вы помните, что такое Рейвы? Вы когда-нибудь слышали о Рейвах? Это явление происходило в Великобритании. Рейвы – это большая вечеринка людей на поле. Они танцевали буквально всю ночь. Вы знаете, парень из 70-х, Джон Траволта, лихорадка субботнего вечера, диско и все в этом роде. После 4-5 часов танцев мы закруглялись, а эти парни 7-8-9 часов утра и у этого парня берут интервью. И он весь в поту. И они задают ему вопрос, зачем вы этим занимаетесь? И знаете, что он ответил? Он сказал, у меня несчастная жизнь. Плохая работа, несчастная жизнь. И я приезжаю сюда на выходных и танцую. Танцую, танцую, пока не забываюсь. Пока я не забываюсь. У нас есть проблема в Англии. У нас проблема. Молодые девушки пьют очень много алкоголя, запрещенных напитков. Наступает кризис здоровья. Жизнь выходит из строя. Помню, я читал в газетах. Зачем вы пьете? Знаете, что они говорили? Наша жизнь такая скучная и несчастная. Единственное, что дает нам немного отдыха, это гедонизм. Гедонизм это погружение в удовольствие: секс, напитки, секс, наркотики и рок-н-ролл. Это то, что дает нам маленький отдых. И это преподносится, что как будто люди счастливы. И это показывается как счастье людей. Это не говорит о том, что люди счастливы. Это показывает, что люди фактически в отчаянии и печали. Но им нужно что-то, чтобы заполнить этот вакуум и пустоту. Посмотрите на слова, которыми мы пользуемся. Я обкурился. Также я был в дупель пьян, обкурился, пьян в дупель. Я был на седьмом небе от счастья. Университет, я не знаю, происходит ли такое у вас, но любого мусульманина это может смутить. Четыре часа утра люди падают в своей комнате, они падают заснув в собственной блевотине. Просыпаются на следующее утро и говорят, Чувак, я так здорово провел вчера ночью время. <реш> да? А что произошло? Ну, я не помню. Чем меньше я помню, тем лучше я провел время. Это не похоже на то, что люди счастливы. Я же говорю, есть упущение. Что-то делается неправильно. Что в корне является неправильным. Деньги это не означает счастье, богатство не означает успех. Вам продали ложь, вы поклоняетесь ложному идолу. Вопрос, который я ставлю перед вами. Если богатство и так называемый материальный успех не являются смыслом жизни, и знаете что? Я уверен, что каждый сидящий в этой комнате в глубине души понимает, что он не является смыслом жизни. Он не является причиной вашего существования. Я знаю, что вы спрашиваете себя, зачем я здесь. Я знаю, что вы спрашиваете себя, зачем все это сделано. Я знаю, что вы спрашиваете себя, откуда я пришел и куда я иду. Но вы не находите ответов. Также, я надеюсь, что к концу сегодняшней встречи я дам вам ответы, в которых будет определенный смысл, определенная логика. Важно то, что я призываю вас к знаниям, которые есть у нас у всех. К знаниям, которые есть у нас у всех. А сейчас нам, мусульманам, надо помолиться, и это будет недолго. Иншаллах. И когда я приду, пожалуйста, сидите тут, не расходитесь. Потому что я очень хочу довести до конца нашу беседу. Большое спасибо за внимание.